Узрост спорту не заминая. У областным центре у черговый раз организовали стежку здоровья с уделом ветеранов и пожилых людей. 24 команды представляли предприемства и установы города. На святе спорту побывала и наша сдымочная группа. Жизнь хорошо и жизнь хороша. Старости нет, когда пляшет душа. Душой яны тут усе молодые. У святе прымае удзел каля 300 ветеранов и пенсионеров. Стежка здоровья у свой час починалася як свята Кастрычніцкага района Магілёва. И сегодня у им прымае удзел 24 команды по 12 от кожного района Магілёва. Традиционным он начинался в Октябрьском районе. Это где-то уже 7 лет. Он традиционно проводится и весной, и осенью. Уже второй год он проводится в масштабе города. На этот раз поборництвы примеркованы до Дня Перемоги. Запрошены на открытие свята и ветераны Великой Отчинной. Дартс, боулинг, споборництвы на трапность. На стежце здоровья 12 видов спорту. Усе по силах удельников. Особливо любимый этап – стрельба с пневматики. 16 женщин. 14. Записывай. Мужчина, 14. Стрельба из пневматической винтовки. Стреляют по 2 человека, в том числе и женщины. И очень даже проходит всегда это захватывающе, внимательно относятся к этому и желанием наши ветераны. И просят даже повторно пострелять. У этапе удельники подбадёрывают один одного, переживают. Эмоции, как на соправдных спортивных споборництвах. Ну давай, никуда упал. Ой, блин, как обидно. Тогда попала на прогном. Солодкие призы от областного фонда мира. Солдатская каша и, зразумела, добрый настрой. Обовязковые выники споборництва. Олесь Рыбалка, Татьяна Дмитриева, Александр Артемьев. Новини регион.